Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в военной академии радиационной, химической и биологической защиты в Костроме. Там проходят подготовку многие мобилизованные нижегородцы. Мы учим их, чтобы они сами умели анализировать ситуацию, для того, чтобы они сами умели определять, как им работать самостоятельно, чтобы они сами видели, откуда лежа стрелять, откуда сидя нужно стрелять. У нас стоит задача здесь, в первую очередь, научить их выживать. Это самое главное. У них одна задача – это вернуться домой, рассказать женам про победу. Первые занятия, которые с ними были проведены изначально, видно было, что люди боятся оружия даже. Элементарно вот, забыли все. За вот этот период, который у нас прошел здесь боевое слаживание, поменялись кардинально. Уже, соответственно, и навыки обрели, которые кто-то восстановил свои утерянные навыки. Поменялись очень хорошо. Нацелены, заряжены, готовы. На танке не разучишься, только научишься еще больше, когда еще преподают опытные специалисты наши, которые прошли военную эту самую там. Вообще замечательный строй. Не унываем, как говорится, познаем, и интересно много всего. Все знают, за что идут. Все всегда хотят вернуться домой и вернуться обязательно. Главное, четко выполнить поставленную задачу. Тем, кто сейчас там бьется уже, наверное, ребят проще, чем вам. Я говорю про штатных военнослужащих. Они выбрали этот путь, они проходили подготовку длительную. И, конечно, у них было гораздо больше возможностей для слаживания, чем у вас. У вас был очень короткий путь от обычной, простой, рутинной гражданской жизни к нахождению в этом строю. Поэтому все слова, которые мы здесь говорим по поводу благодарности за мужество, они абсолютно искренние. В общем, ребят, победы вам, взаимовыручки, поддержки. От каждого вашего действия зависит и ваша жизнь, и жизнь тех, кто стоит рядом с вами. Возвращайтесь скорее. Всего вам самого лучшего. В добрый путь.